Дорогие друзья, работая психологом, психотерапевтом, я пришел к выводу, что в большинстве случаев на наш выбор партнера, супруга или супруги, имеет влияние не только сознание, но и подсознание. Именно подсознание притягивает нас или притягивает к нам, дарит ощущение особого родства и близости именно с теми с людьми, с которыми нас в будущем ждут большие испытания. Так возникает удивительный феномен. Те люди, которых мы любили и к которым мы тянулись, превращаются в тех людей, которых мы ненавидим и отвергаем. Именно под влиянием этого феномена возникают эти отчаянные слова: «Все мужчины – козлы, все женщины – стервы». Те, кто прочтут мою книгу, смогут сделать так, чтобы любимый козлик не превращался в ненавистного козла.